Ребят, всем привет! Вы на канале Лаовай. Девчонки, привет! У нас сегодня очередная распаковка подарков от подписчиков, от китайских подписчиков. Сегодня очень крутая распаковка. Пока мы отсутствовали в Таиланде, нам прислали вот такую посылочку. Это снеки, скорее всего. Сейчас мы приступим. И второй будет подарок. Это велотренажер, ребята. Мы в шоке. Это крутой подарок, очень дорогой. Чуть попозже его покажем. Давайте, откладывайте свои игрушечки. Так, давайте, камень, ножницы, бумага, да? Да, камень, ножницы, бумага и колодец. Долго раз, это вообще. Два, три. Поля выиграла. Так, Поля, рассказывай, что это такое? Это посылка. Ага. Нам подписчики принесли. Да, а это что такое? А, это открывашка, чтобы не порезаться. Вот, да. Камера говорит на китайском. Да, мы еще транслируем для наших китайских подписчиков на канале Билибили. Вероника транслирует по-китайски, переводит, молодец. В общем, мы с ними делимся, все выкладываем. Вот, так, давай. И у нас еще внизу большая коробочка. Да, а что там? Тренажер. Вело. Велотренажер. Молодцы. Будем спортом заниматься. Так, что же здесь? Что тут здесь? Всякие пакетики. Ой, могу. Окей. Это салют? Вау, тут всякие какие-то снеки. Показывайте, давайте сделаем сначала обзор. Так, здесь какая-то смесь орешков, фруктов, я не знаю. Вот, давайте показывайте. Попробуем. Да, сейчас попробуем. У нас здесь то же самое, только разновидность. Вот это очень клево, это вафли. Вафли какие-то вот. О, тут кокосик. Кокосовая, наверное, стружка. А, и вот еще разновидность с ананасом. Это как-то на ягоде называется? Черника, да, или как? Да, черника. Черника и... клюква? Кандельсы. Окей. И тут вот кокосик. Так, пока давай обзор сначала упаковывай, потом откроешь. Ага, окей. Так, кокосовое печенье, окей. Давай вот это тоже откроем. Давай, вверх тяни. Ба! Запах вообще отменный. Пахнет кокосом, печеньем, да? Все сразу, да? Вкусно. Мягкое, прям такое, ну... Прям свежая, как будто. Прямо кокосовая стружка. Да. Так очень вкусно. Сладкое, да, очень? Воды сразу захотелось. Сейчас. Тебе не понравилось, Ник? Почему? Рассказывай, почему не понравилось. А? Вкусно. Невкусно. Коля, будешь сейчас? Кокос намного вкуснее, чем какие-то печеньки сладкие. Я вообще считаю, что это хамство пробовать без мамы. Давай, мам, пробуй. Всем привет. Я просто сегодня очень занята. Сегодня у нас ты анонсировал следующую серию. Нет. По вашим просьбам мы приготовили сегодня русский шашлык. И пригласили хозяина на крыше покушать с нами шашлык. Но об этом чуть позже, ребята. Снимем... В следующей серии. Снимем обязательно видеосюжет. То есть мы приготовим мясо по-русски. Вот, дадим ему попробовать, будем все снимать. Придет Виктор, будет переводить. В общем, прикольная будет тусовка. Все будет, в принципе, понятно. Самое главное, что мы можем общаться через Виктора с хозяином. Что еще? Поэтому я занята, я на кухне, а вы тут пробуйте. Нашли шею специально в метро. Вот, именно под шашлыки такое, с прослоечкой, со всеми делами. В общем, будет прикольно. Так, ладно, окей, продолжим. Сейчас пробуем вот эту. Вафли пробуем, окей. Язык-то достал. Ой, вау, какие они красивые. Запах какой? Вафельками. Маленькие. Пробуйте. Спасибо. Пахнет ванилью. Вкусно. С чаем. Вот такие вафельки. Покажи на камеру. Вот такие вафли. Мы будем открывать вот это. Давай. А тут тоже какие-то маленькие такие. Давай, решения. Высыпай. Куда? Все, хорош. Так, смотрим. Здесь воздушный рис, если я не ошибаюсь. Семечки, изюм. Что еще? Давай пробовать, так непонятно. Непонятно. Ну, сладко чуть-чуть. Чуть-чуть.
Отдает вот это вот семечко, которая вот такая зелененькая, это, кажется, тыквенная семечка. Что еще? Рис. Воздушно. Тебе на ус? Ну, такой ореховый, сладковато-соленый вкус. Ага, че. Это я вот так, хайчика. Давай. Сегодня мы, сейчас мы откроем вот это. Давай. Ананас и манго. Показывай на камеру. Это вот прям видно, все то же самое, только кусочки ананаса там присутствуют. Шиши. Похожий вкус. Также отдает орехом. И за счет ананаса чуть слаще. Вкусно. Так, мне ананасовый больше всего понравился. Да. Вот это вкуснее. А мне понравилось два. Окей, да. Мне тоже. И последний у нас, последняя сладость. Это вот такие. Это со вкусом клюквы. Клюква. Да. Вот, видно даже клюква. Понеслась. Сколько хаучи. Такой прям сразу же ягодный вкус, да? Прямо вот так. Прямо бах. Вот так языком прямо все бабах. Как? Вообще вкусно. Покажи, как бабах? Положила в рот. Укусила рот. И сразу бабах. Бах, во рту, да, вкус такой ягоды, да? Так, вот это мне больше всего понравилось. Вот, смотрите, ребята, на первом этаже стоит это коробище. Мы как приехали из Таиланда, уже прошло, наверное, 3 недели, и мы до сих пор не распаковали его. Все были заняты делами домашними, вообще монтировали, убирались, учеба и так далее. Ну все, понесли? Как понесли? А? Он такой тяжелый. Ого! Вот это подарище. Вот это я понимаю, подарище. Давай, давай. Ника, давай, подлатушься. Давай. А сейчас кое на меня. Отпускаю. Одна держит. Ну что, понеси. Ого. Я даже не держу. Вот это подарище. Да, вот этого подарили еще, чтобы папа худел. Ну да, делал тренажер. Будем худеть. Худеть! Я тоже буду худеть. Я тоже. Вот это подарили. Еле-еле дотащили, да? Так. Вот такая вот коробища, смотрите, велотренажер. Чтоб папа худел. Вау! Вау! Вот это. У нас самые крутые китайские подписчики. Да, ты самые. Чуть-чуть ниже маленько опусти, чтобы велотренажер был видно. Шума там! Ого! Папа сильный, папа сильный, папа может, папа может. Собрали, прошло примерно минут 20-30, маленечко помучились с рулем, девчонки поставили руль неправильно, я не проконтролировал, правильно? Да-да-да. Я не проконтролировал, в общем, пришлось руль перекручивать, на этом маленечко заморочились. В общем, посмотрите, станок вот такой. Я помыла еще бутылку, налила туда питьевую воду и можно снять. Питьевую воду? Крутой. И мы убавили силу. Да. В общем, смотрите, здесь такой датчик есть. Все по-китайски. Он, в общем, мерит пульс и сколько километров проехал. В общем, здесь надо держать, видимо, чтобы пульс показывало. И я подключил датчик скорости. Сколько километров ты проехал. Также вода присутствует. Также присутствует регулировка силы нажатия на педали. То есть можно подкрутить, и педали будут сильно... Вот. Да, прям не провернуть. В общем,
Я девчонкам поменьше поставил, они сейчас будут пробовать. Также здесь есть сидушка, смешно, в общем, устанавливается. Как-то вот это зачем-то дуга вот эта непонятная. Просто мы вот так вот поставили. Также все регулируется, то есть поднимаем эту штучку, она опускается. Также сиденье можно тоже регулировать. И также можно рули регулировать. Прикрутили педали, здесь вот на педали такие пластмассовые штучки, чтобы, вот видимо, вот да, нога не выскакивала. Что еще? Ну и все, вот такой вот велотренажер. Велотренажер крутой, небольшой, для дома самое то, да? Кто первый залазит? Я! Ну, разыграем, как обычно. Камень, ножницы, бумага и колодец. Раз, два, три. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Бульк, я первая. Давай, просим. Как сосиска. Пониже. Ну это максимально. Это максимально. Мы можем как бы руль пододвинуть, тебя к рулю пододвинуть, но от этого суть дела не поменяется. Ты все равно до педали доставать не будешь. Давай, а теперь я буду. Давай, Поля, пробует Поля. Жаль, да? Окей. Давай, подушка. Давай, погнала. И куда ты? Не в ту сторону. Во! Давай! Погнала! Так, показывает километраж. Давай, Поля. Давай, крути педали, пока не дали. Ну как? Клево? А по-русски? Спасибо, этот очень клёвый подарок. Нравится? Да, Поля, я тоже хочу. Не, дайте попробовать, да? Вообще-то нам подарили с мамой, чтобы мы худели. Нет, мы тоже. Мы тоже толстики. Нет, вы пока еще худые. Все, я устала. Давай, Ника, давай. Ника, давай. Ника, давай. Ну, вот так тоже достаю я. Давай, погнала, давай. Давай, Ника, давай! Газу! Газу! Сейчас хорошо достаю. А почему у меня... Я не знаю. А он... Сколько там? Тренажер тебя не чувствует, поэтому он ничего не показывает. Показывает! Посмотри! Показывает? Окей. Дайте мне попробовать, а? Палец на что торчит, ты посмотри. Да тебе для нас. Вот ты тоже. Ладно, погнали. Это нам не помешает. Больно же. Хоть один раз, а потом... Ты похудел? Не очень. Смотри, еще торчит. Фу, крутой подарок. Я вот буквально уже запарился, пока я его собирал. И немного сейчас покатался и прям, знаете, припотел слегка. В общем, маленечко модернизировать надо, снять эти пластмассовые штуки, и тогда я смогу на нем спокойно кататься, и нужно в обуви какой-то, потому что там очень колючие педали. Вот. Дальше разберемся с этим таблом. Здесь все по-китайски, может быть, там сколько проехал и так далее. В общем, в ходе эксплуатации мы разберемся. Девчат, ну давайте благодарить наших подписчиков. Крутой подарок, согласитесь? Да. Будешь заниматься спортом? Да. Я буду. Так, у нас как раз Катя пришла. Катя. Я тоже буду. Давай. Забзорь, давай сделай. Все, поехали. О, слушай, а вы поставили режим какой-то специальный, утяжеленный? Да, маленько ослабь чуть-чуть ей. Вот, все, хорош. Ты сразу всю распаковку на велосипеде, мама, давай. А пробуй. То я все пропустила, да? Да, пробуй. Закрывай глаза, закрывай и открывай. Пробуй снэк, короче, давай. И говори свои вкусовые... И сбрасывать, да? Да, и тут же крути давай педали. Закрой глаза и открой рот. Хватит ей сладкого, подожди, ей надо эту печенюшку скинуть. Давай, я давай. Я еще не переварила. Мотай, давай. Давай, мама, давай. Мама, давай. Давай, погнали. Так, пошла на рекорд, давай. Подарок реально крутой, но сиденье неудобно ты установил.
Как вам подарок, девчонки? Класс! Классный подарок, очень здоровский. Я думаю, что нам он будет очень полезен. Так, обещаем, ребята, будем кататься. Китайским подписчикам большое-пребольшое спасибо. Подарок супер. Будем пользоваться се-се. И на этом закончим нашу распаковку, ребята. Ну все, ребята, если вам понравилось это видео, ставьте пальцы вверх, подписываемся на канал. И всем пока! Пока!